Остров Папенберга, корейский. Хороший темп такой задал нам с утреца. Русский след корейской провинции. Хуё, вот она. Какой-то смешной. Вон курма растет прямо на территории участка. А если бы с дерева сорвало, там бы и повязали бы тут же. На дороге Асказка. О, Раша. Погладим от пушки. Uphill. Чё за фигня? Надо поругаться. Ласка и смазка. Чтоб не шелестело. Хороший мотель попался нам. Прям таки уже традиционные такие выезды, заезды такие. Начинаем. Шестой день. Завтракать будем уже через километров 15-16. О, так, ну ничего, свежо. Свежо и пасмурно. Кнопочку нажали. Кресло для Коли. Второй раз проезжаем. Скоростной поезд пошел. Где-то 9 час сегодня. Сегодня еще праздник длится. Кусок. Народ рыбачит с утра. Кемпинг стоит полный. А у нас дорожка возвратная. Километров 15-16. Повторение вчерашнего маршрута частично. Через пару недель пожелтеет все. Оп. Только что трупик валялся, кротика маленького, бедненький, что-то его сгубило. Вверх лапками. Первый раз такое зрелище увидел. И ладно, ежики там, а тут крот. А шоссер вот ездит по дороге. Человек 5, наверное, проехало. Конфуцианская школа где-то здесь. Кафе еще закрыто. О, вот еще. Не пугай. Так-то. Колоритно. Ну вот, дорога нарисовалась. Курма. А вот, кстати, валяется. По грунтовочке. Hello. На поле с утра пораньше. Максим. День двойной, я тройной. Вот так вот. Можно позавтракать. Традиционный треугольничек. 1000 фиксированная цена у него. Ну и это тут 1400. В принципе, недорого. Ребята, пальма. Ни разу в жизни пальму не видел вживую. Ну и выходим на новую дорожку скоро. И там будет уже отдельный маршрут со стикером по прохождению его. Паспорт. Слава, как бы тоже вот эти все дни. И сегодняшний. Он тут впервые. Тут какой-то прям совсем провинциальный городок. Минимум движения, минимум какой-то жизни. Но хорошие дороги, что самое главное. Вон хурма растет прямо на территории участка. Не заругается, побитая. А если бы с дерева сорвал, там бы и повязали бы тут же. Штраф какой-нибудь влепили бы. Прям деревня-деревня. Поля, поля, поля. Забрались так метров на 50, наверное. А вот и мостик желтый этот. А вот может там заезд, он, смотри, съезд. Хотя, а или что там? Там был? Там кафе какое-то было. О, синяя. Синяя пошла с велосипедом. А девушка, кстати, красивая и симпатичная. Вам бы до такой всей девушки дорасти. Вы? Легких путей не ищем же. Где-то заезд есть. Причем те же самые лица. Полезем, нет? Беседка, наверное, стандартная, смотровая, со стульчиком мягким. Мужики рыбу ловят, вон стоят. А, вот и будка. Чик. Парковочка. Парк Янганг. Янгсанганг. Здесь? О, thank you. This and Seoul. Over the here, you know, we have the big mountains like this.
The over the mountain. Ну, think about. А, ну и можно взять, путь, да? Да, то есть. А сколько стоит, не написано? Эй, эй. Эй, чалон. Ту. Чалон. Все по-честному. Ото, ото. Катай или умри. Так вот с корейцем пообщались на английском, на ломаном. Хорошо. В общем, между будками где-то 25-27 километров. This time I'm lost helmet. Lost helmet? Yeah. Drink soju Makali. Makali. And lost helmet. Yeah. Beautiful. Yeah. China, right. We are speaking. Oh, Kirchik. Цепь слетела. Че, он чесал? Чейн. Ух! Yeah. А, Lotus Flower Park. Ну, они не цветут. Буддизм? Yeah, Buddhism flowers. Beautiful. Хан задает темп нам. Налегке чешет, конечно. А мы-то груженые. О! KTX, видимо, идет. Скоростной поезд от Сеула до Пусана где-то часа за 3. Speed train. KTX. Сеул Пусан 3 hours. Yeah. Хороший он темп такой задал нам. С утреца. Мы таким темпом не ехали. Ну, в Сеуле, наверное, только гнали так. Korean beef? Yes. Yesterday. Very expensive. Very delicious. Meat. If you go to anywhere, maybe you can meet the different situation. Understand. My phone number. Nice to meet you. Good luck. Russian chocolate. Russian chocolate. Oh yeah. Thank you. Аленка. Next time, if I contact you, so we are together go to my house. Okay. Thank you. Have a good travel. Thank you. Нас пригласили на обед, но нам еще рано. Против ветра все едем. Уже сколько километров? Километров, наверное, с 10 против ветра шараш. Чонджу. 12 километров. Парковка. А бывало так, что возвращаться приходилось, чтобы печать поставить? Бери у нас 10 километров обратно. Поле для гольфа. Городок. В нем, наверное, и будем искать обед долгожданный. Это... Аурина, не роки, это и роки. Давай, good luck. Это все. Поля, рисовые поля. Что там? Прям нарисовалось само. Кто не просил, оно нарисовалось. Okay. Перед может быть и островатый. Зеленоватый? Приправка, да? Соль? Да. Ну, спайси, хорошо. После такого плотного обеда. Дерево, смотрите, какое. Старое, наверное. Как? Самгитан. Самгитан. Хорошо, покушать. Курочка была сварена полностью, практически разварена. Просто от нее ничего не осталось. Все вместе с костями все съедается. С плавником. Плавник шел прям по реке. Ван Гоговские картины. Только там пшеница, а тут рис. Сегодня встречный ветер нас преследует постоянно. Хоть посмотреть корейскую речку вблизи. Что-то
тут совсем болото, идти не хочется, хотя он там интересно. Съезд-то было устроить какой-то. О! Красота! О! Местные хрущевки, пятиэтажки. Тоже, видимо, гуляния были. Такой маленький городишко. Уютный. Опасно, опасно. Мост. Подмостки. С погодой нам. Пока везет. Фу-фу-фу. Макколи там пришел с лежаночкой классической деревенской. Ну, пожалуй, пора, да. И такое, и такое. Такой Володик продается. Это просто. Вот он, вот. А вот таких вот-то нету. Вот, самый, ну, вот эти продаются вообще. Тоже беленькая, как Макколи. Ну давай. За соточку сегодня. Мне нельзя алкоголь. От бешенства прививаюсь. Яблочки, как бы не яблочки, шестигранничками. Ага. Их едят? Ну, можно, никто не отравился еще, из тех, кто пробовал. Апхил быть, ё-моё, только поели вроде. Все в соснах корейских, чаны, наверное, с кимчи, еще с какими-нибудь пальчиканами. А у нас апхил тут, ни много, ни мало. Подъемчик, еще и солнце, ветра нет, влажности нет прям такой, потом не истекаешь, есть чем дышать. Выделенка. 2000 метров. Ну, кого? Градусного хила. Опорная стенка как тетрис собранная. Она не просто вот так составлена, она в пазах, то есть пазы вот эти, они как, ну как, не знаю, как паркет, наверное, сбоку вставляется, и они держат как бы все. Ничего нигде не осыпается. Апхил. Первый корейский апхил такой. Ну вот чего-чего, а столбиков не пожалели. Через каждый метр полтора. Молодцы. Все для безопасности велосипедистов. В первую очередь. Тут больше никто не ходит. Ну, это уже конец. Надо заехать в туалет. Тут все никак не было, или не было. Climbing Lane End. Делали. Ага. Это. Заброшенные заправки. Ну вот уже гористость поперла. Можно не крутить педали. Совсем нет машин. Остановка в русском стиле. 1 километр до храма, но, конечно, не поедем. На храм? Да. Куда? С учетом того, что мы сегодня вообще ничего не смотрели, у нас был выбор на 1,5 километра до храма ехать, либо 700 метров. Мы выбрали меньше. Ну, лишь бы только не в гору совсем. Храм на горе. Ну, давай заедем. Ну. Наливные яблоки. Люди. Фу! Фу, ну это-то понятно, а вот это что-то? Молодец. Это хорош. А вот с этим как быть? Ну что ты, храм охраняешь? Красиво. Ну сейчас понюхается, да, и это, интерес потеряет. Странник. То есть пить можно? Ну, как правило, да. Только осторожно. А, ты зашел даже? Эпично. И все расписано красиво. Какие-то сцены. Все как обычно, ничего нового. В общем-то. Только по праздникам здесь они постоянно, в общем-то, висят. Надо что-то придумать.
Свежо под вечер. Машин вообще нет. Видимо, дорога построена была какая-то в объезд, и все, а это стало второстепенной. Красота. Не дороги, а сказка. Такой милый дом. Не рисует? Ну, в смысле, по той стороне речки. Возвращаемся в городок, он оказывается вот он. И, наверное, туда куда-то углубляется. За сопочки. Остров Папенберга, корейский. С чем мотели. Ну, так мило вроде. Вывесок много. Ну, такая улица живая, значит, и мотели должны быть. Хуё. Хуё, вот оно. Hello. Сукпак. Он был 45. Ну, до 40 там надо скинуть. Фо. No? Фо. Это ж лица сильно. Не говори, сколько сауда. Он сам тебе скажет сначала. Ту мэн. Да, честно говорю. Ну, я сам целому, что у него тут с 30 начинается. Ну, так-то да. Что это? Да, сота. Окей. Окей. How much? А. Фо. 35. О, ну, это 40. Окей. 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 Байсикл. О, окей. Сюда-сюда. Найс. А почему напиток один? Что за фигня? Надо пойти поругаться. Здесь компьютер. Визор. Сушу, когда одежда вообще бодренько. Постираться могу хорошо. Смотри, стаканчики тут пачками. Ну, вроде. Стаканчики пачками. Некоторые его оценили. Хорошо. Под Маколи, да? Как раз на раздачу. На троих. Три кофе. Русский след. В корейской провинции. В середине Кореи. Южной, смотрите. Сисан, Electronics Co. Ltd. Кремль. Москва. На традиционный ужин. Город такой уже континентальный прям совсем. Тут уже и быт другой, и уклад. О, ничего себе, как пахнет, как дурманище прям. Ноги что-то не носят. Мы проехали где-то 120. Почти. Большую часть в хорошем темпе. А Слава пошел за зарядкой. В супермаркете это не продали, а вот частники продали нам по одной игрушке. Мы вот проезжали к посадке